байки. Ага. Ну, такая соцсеть, да, я постоянно обычно шипал. Валентин, добрый день. Нальчик, улица Богдана Хмельницкого, 36. Валентин, добрый день. Нальчик, Богдана Хмельницкого. Сейчас поищу. Маршрут построен. Чего себе? А сколько показывал, ты не помнишь? Туда и едем, блядь. Это сам мальчик. Разница в первом этаже. Особо большая. Только до поворота было 200, а теперь 5,7. Дальше пытается вот так обвести, а можно вот так. Он уже старается сделать как лучше. Ребята? Стоят, жарятся на солнце. Да? О, бля, сколько я поспал-то, блядь? Что там одинаково. О, показывать уже можно через это. Тоже время. Через 1 километр 500 метров съезд. Поверните направо. О, 780. А? 180 километров. Ага. Должно было быть. Шанс встречаться в карте.
тогда на Хмельницкого, значит, да? Как-то Кральчики назвали улицу. Хмельницкого. Мне кажется, подозрительно. Что-то я не удивлюсь, если там есть какая-то улица Ленина. Мне кажется, там вообще вот так они можно. Мне кажется, улица Ленина в каждом городе есть. Алло. Да, добрый день. Да, поехали. Да. Ну, конечно, как по-другому еще. По платке, все платные участки собрали. Платка? Да нет, там что-то меньше 1000 вышло, что ли. Ну, может, около 1000. А что еще раз? Алло. Алло. Да, связь плохая здесь в дороге. Алло. Да, я говорю, связь плохая здесь в дороге. Да, за каким Воронежем мы уже к Ростову подъезжаем? К Ростову. Ну да. Ну да. Ну да даже не за ночь, мы в 4 утра выехали. Вот, и сейчас вот уже здесь. А нет, днем не будем, вечером. Да, нормально. Нет, ну, конечно, конечно. 780 километров еще есть. Нет, позже. Сначала работа, а потом деньги. Да. Конечно. Да нет, там этот, там компания же. А что? Ее лицо. Да, у меня такой договор с ними заключен. Да. Да, сюда все включено. Все включено в эту сумму. Кроме чаевых. Да, все включено. Бензин, платка, покушать, попить. Кроме чаевых. Чаевые не включены. Да. Да, конечно. Да, так и есть. Ай? Какой-то нет, туда ты. Вот 4 травы. Да, совершенно верно. Нет, сюда мы сейчас доедем и туда посмотрите. Туда, говорю, доедем, да, и туда посмотрите. Обязательно. Да, и связь хуевая. Да, я говорю, связь плохая. Вот, че, а как там на сервисе? Ну да, тут трасса делает. Алло. Нет, мы туда приедем. Алло. И назад на самолете. Да, ну слонимся там. Ладно. Вольво? Ну скинем, ну часа. У нас. Ага. Да, вот мы с Максом последний раз подкачивали, тоже в салоне никогда не работал. Вот. Ну он, короче, поначалу я его включил, он работал, а потом бам и потух. Я поехал, не поехал. Заднюю включаю, работает. Скорее всего, да, скорее всего.
полу под педалями. Да. Я же его менял уже один раз, этот предохранитель. Блин, там тяжело залезть. Ага. Давай, давай. Ага. Давай, давай. Что, тачку продает? Как пол Вольво реанимирует? А, ну, что реанимирует. Угу. Одна Москва едет на юг. Да? Обратил внимание? Да, куда не посмотришь, везде там 77, 197, 777. 150, короче. 190. Камер тут не дохуя, я бы сказал. Камер мало на этой трассе. Трасса нормальная, да? Ну да, да. Трасса хорошая. Моя любимая трасса на самом деле. Газели ростовские поехали. Неподалеку. Слушай, потихоньку растет. Палати. Да? Да. Сейчас 4,072 стоит. Это же заебись. Это ж только хорошо влетит, не забывай. Да. Видите, как лучше попить? Где-то там. Недалеко водичка есть. Есть. Но уж, наверное, кипяток. Чего страшного? Да, вот кондей получай, да? Ну, конечно. И расход 5,9. Не издеваешься над собой. Да. Ага. Там, не под ковриком, а под педалями. Там вот пластики сверху, в торпеде самой. Да, там надо под звездочку один саморез открутить. И там еще долезть до него, блядь, не с твоими руками вообще. Давай я приеду, ошибку скину и поменяю предохранитель. У нас есть прибор, этот подключен, конечно, скинем. Ты главное... Есть, купили, да. Вот. Да, мы уже развиваемся. Вот. Ну ты главное это, ты главное колеса подкачай и помой ее. Да не, надо ее взбодрить, она пыльная все-таки. Надо взбодрить. Да? Блин, ну все равно не создает она впечатление машины, на которой каждый день ездит. Ну хоть покатаешься, диски тормозные притрутся, а то они заржавели уже. Давай, давай, интересно. Уехали. А что он так решил за нее взяться? Денег нет у меня вообще. У меня относил девушку, чего я уехал. Денег вообще нет. Блин, там сестра перестала давать. Да? Пьет, потому что. Жене дает? Его. А его жене? А ему хуй. Потом жена перешагнула его. Добухался. Что-то припки, понял? Ну, не надо париться, то есть дома жрать всегда есть. Но какие-то дела на свои, да? Извините. Ну, это как-то не по-мужски уже, что ли. Да. 161-й, друзья наши. Да, вот и у газельки уже поехали в Ростовск. Не понимаю, то есть они в
Вытягивайся, значит, 10 километров, которые снова катаются. Начал интересоваться дорогой, что, как, поехали, не поехали, по планке, не по планке. Ага. Впереди мобильный пост, контроль скорости. Будет ждать теперь от нас, как манна небесная. Он не воспитает, он въебываться он не хочет. Он будет ехать, блядь, 60 знаков, он будет ехать 60. Mm-hmm. Это такой тип, который за каждую копейку потеет. И въебаться он, ты чё, знаешь, как не хочет он въебаться. Поэтому это самый такой надежный тип в плане доверить ему что-то, ну, перегнать там и так далее. А, мол, нафига, если мы сами справляемся. Не, я имею в виду, что молдаване, они такие, на самом деле, типа, и ботяги, и осознают, что делают. Не безбашенные. Нажми, хули ты. Телочка. Бабочка. Питер. Питерская. Питер, Нижний. И Москва, небось, да? А, нет, Рязань. А, нет, 62 Рязань. 82 это кто? Что там случилось на обочине? Либо качели какие-то. Или правда. Не, просто, наверное, остановились на обочине. Не, авария. Дети. Ох, как он расплашматился. Залик. Слушай, а, фуру что ли? Да, вот, вот у меня. А он даже не заметил, уехал насколько. Угу. Но расплашматился он ее хорошо. Сложится и вообще никуда не стоит. Съездили на юг, да? Да, отдохнул. Так, 82-й регион, это кто? Заход солнца, мальчики. Кто-нибудь когда-нибудь гуглил такую информацию? Чиркает? Ну это может эти, ну то и диски заржавели. Тормознул пару раз, ржавчина на дисках, на колодках осталась. Сейчас пару раз тормозишься на этом, на асфальте и должно дойти. Застоялось просто, дядь. Ничего страшного, нормально. Не, скажи, ну разгонись посильнее, подтормаживайся пару раз. Чтоб хотя бы, ну, человек подходит. Слушай, он так нехило вмял вот этот вот задний, который упал у этого фуры. Она же специально сделана из мягкой дубы, знаешь? Да? Что да. Нет, чтобы не расколошматились. Да. Как амортизатор. С
Самбуров. Ну, все где-то рядом, да, но Самбурова, Каширская. Лежать хочу. Да, вот чуть-чуть осталось. Километров 70, наверное. Да. 70, да, прям. Даже... мясо какое-то. Да, жрали. Почему мясо? Чем южнее, тем дороже. 45-44. Второй. Да? Да. Вот Москва. Е100, но... В 99-м регионе. Слушай, ну пока еще трасса знакомая для меня. Я в этот Ростов 500 раз ездил, и через Ростов, а вот за Ростовом уже начнется, хотя нет, не за Ростовом, наверное, за Пятигорском начнется. Пятигорск же я тоже уже попал. Россия в таких полях. Ну, говяк на самом деле, прикольно. Заставку Windows не напоминает? Зеленое поле, облака. Помнишь, как же это такая заставка? Или этих Симпсонов еще? Да. Перейти мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Так, а что, приедем, несколько дней поработаем, мне нужно будет в Орехово смотаться за ребенком. Вообще, в субботу, в воскресенье, наверное. Далеко ехать, что ли? Ну, не 1700, не 1600. Блин, у меня самое дальнее расстояние было в Крым, в Севастополь. А самое дальнее, имею в виду, одним марш-броском. Ночлега, без отдыха, без сна, вообще без ничего. А сколько у тебя дальше? Это где-то 1800, наверное. 28 часов приехал. Я просто приехал как зомби. Взял две бутылочки пивка, одну выпил и отрубился просто очень-очень надолго. Я там уже все проснулись, на море сходили, вернулись, а я все сплю, сплю.
он. Кто? Октавиан. Алло? Да-да-да. Ты этого передавай. Не заморачиваешь, просто связь плохая в трассе, я пропадаю постоянно. Корова. Да. Не, бэушная, 17-го года. Ну да, не, она хорошая, что у нее пробег, сколько там, 40 тысяч. Хорошая, свежая машина. С кондеем в идеале. Ага. На каких платформах? На автовозе? Нет, на автовозе до Нальчика стоит не 15. До этого, до Питера, может быть 15. А тут еще понимаешь, тут от точки Б зависит. Допустим, между Москвой и Питером автовозы регулярно ходят, просто постоянно. В день там по 100 штук. Алло, слышно? Алло. Да. Сейчас как, нормально слышно? Да, я вот говорю, что между Москвой и Питером автовозы ходят регулярно. А между Москвой и Нальчиком они ходят, ну я не знаю, там раз в неделю или раз в две недели. Вот пока автовоз не наберется полный, он никуда не поедет, потому что ему с одной машиной ехать невыгодно. А там сотрудник работу не может выполнять, потому что сидит без машины. Я с этой компанией работаю уже около 10 лет, наверное. Да, я говорю, около 10 лет работаю уже. Да нет, раньше было вообще гораздо чаще. Раньше у меня было очень много клиентов, и я сам один не справлялся, я отправлял все время водителя. У меня в неделю, отправок 5-10, может быть, было. 5-7 отправок в неделю. У меня постоянные водители были, там человека 3-4, наверное, которые из перегонов не вылазили. Они отогнали машину, вернулись, денек дома побыли, взяли другую машину, опять поехали. Вот. Сейчас проблема в том, что заказов-то не очень много. Я сейчас буду развивать эту тему, сайт буду делать всячески, искать клиентов. Все от клиентов будет зависеть. Но нет, маловероятно. Да, тем более пока запросов мало, я как бы сам справляюсь. Когда запросов будет много, я справляться не буду, но тогда, конечно, я буду кого-то привлекать. Конечно, буду иметь в виду. Серега мне уже тоже там рассказал, что вы общались на эту тему. Ну да. Но пока я не скажу, что это будет. Быстро как-то, оп, и сразу там много клиентов, много заказов. Потихоньку буду набирать опять какой-то список клиентов и заключать с ними договоры. Да? Да. Но не совсем так. Еду, машину отдаю по акту приема передачи. Едем в аэропорт, летим в Москву, я дома выставляю счет, отвожу в офис, да, они оплачивают. На расчетный счет. Да. Ну, стараются обычно быстро оплачивать. Да. Хорошо, буду иметь в виду обязательно.
Спасибо, спасибо, взаимно. Все, счастливо. Ага, спасибо. Так это хочет, да? Да, прям вообще загорелся. Уже про перспективу камеры впереди на 90. Вот у нас. Да, спрятано, да, так и сразу не раскрытишь. Хотя показывает еще дальше, мы типа до нее не доехали. Вот это вот здесь показывает. Это Ростов. Все наебать не будем, хотя да. Че, 9 километров я видел вывеску. Нет, до Шахтинского. Где, по-моему, там. Или может быть не, по-моему, там этот байкер отель. Байк отель. На выезде из него, по-моему. Если ехать на двух машинах, надо будет брать рации и алло, алло, как дела? Красиво, да, мы поступили с этим Игорем? Дернули один раз на работу, выдернули и пропали. Видишь, не весело. Да, да, да. На работу один раз выдернули, в этом сервисе я имею в виду. И все. И это вот все из-за этой ситуевины. Вот, вот на таких местах они любят в спину. Накручивать могут пару километров на камеры. Ты же не поедешь потом в Ростовскую область судиться с ними, просишь 250 рублей заплатить. А сейчас, кстати, скоро отменят эти 20 километров. Я рассказывал. Не будем мы ездить как на бумажках, на знаках написано. Я смотрю, не сделали до сих пор. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Москва понеслась. Давай, не стрит, я обгоняю, Коля. Хоть у меня денег мало. Кто там, Финик? Не, не, это
Volkswagen, да? Варак? Другие регионы показались, посмотрите. 57-й первый, по-моему. Впереди пост ДПС. Ограничение 60. Два вертолета поставили, мне кажется, их не было. Что, заезжаем? Да. Что-нибудь есть здесь, нет? Забираем из машины все. Здесь, наверное, лучше ничего не оставлять. Шланги длинные. Положение определено. Ага. Смотри, он сейчас может все-таки через придорожные кафе повезти. Да? Да, там, по-моему, маршрут перестроен. Автобаза или автостанция? А, не, не. Держитесь такие, правее, а затем через 100 метров поверните направо. Сейчас. Там, там запутался. Не, ну, сделано так, прикольно, да? Угу. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните направо. Кружочек дает. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо на улицу Пивоварова. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Поверните направо. Через 200 метров поверните направо, а затем поверните налево. По вопросам миграции. Поверните направо, а затем через 100 метров поверните налево. Поверните налево. Через 100 метров поверните направо на Советскую улицу. Поверните направо. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Ну хорошо, она по хуевой дороге едет вообще. Поверните налево, а затем поверните направо на Советскую улицу. Да, он туда идет. Через 100 метров поверните направо.
направо на европейский маршрут Е-115. Придумали тоже название. Поверните направо. Европейский маршрут Е-115. С какого он европейский? Европа не в этом направлении даже. Азиатский просто назвали. Пеноплановый, конечно, это местечко. Газированный аппарат Советского Союза стоит. Ой, опять у нас 2014. А было? Не помню. Вот я последний раз смотрел, что 22.09.08, что ли, было. Машин маловато для вкусного места, а время как раз обеденный перерыв. Раз в неделю на дачу и обратно. Все. Да. Новая практически, да? Ну да. Еще что, бензин, так чем ближе к опытам, да, это пчел. Чем не знаю. Впереди камера на 70. Неожиданно, да? Но знаков нету на 70. Донецк. Что? Украину рвануть. Это не тот Донецк, как, по-моему, ростовский Донецк. Ну, просто свой Донецк. Да. Слушай, а что-то как-то затихло инфо этот. Война все это. Донецк, да. Ничего не голосят. Коронавирус хват достаточно. Раньше вспомни, как было. Каждый день по новостям, каждый день. Но я не верю, что в один день раз и все прекратилось. Порошенко сменился, и все, и больше там войны никакой нет. Они же
бомбили друг друга постоянно. Где всякие эти обмены пленными? Может, новости просто не смотрим, не до них. Что было? Смотри, фуры тут останавливаются. Мне кажется, вот здесь вот можно это доверять. Местечко. Автомагазин, столовая. На вынос, туалет, душ, кафе халяль. Кафе халяль тут сами ходят, а вот столовая на вынос, да? А можем прокатиться, если что, вернуться просто. Столовая, вкусно как дома. Автомагазин, рация, армавир, очень вкусно и недорого. Автоплюс, кафе Кристалл, автомир. Выбирай там самое лучшее. Кафе у Юлии, окрошка, еще запчастей, Анжелика. Продукты, авторитет. Вон, смачная хата. Сказка, смачная хата, домашняя. Шашлык, тандыр, ебать, все есть. Есть здесь? Да. Смачная хата. Так же можно сказать, да? Не знаю. Ну, даже, не знаю. Даже московским, да. Работа. Кафе Карпаты, туалет, душ прачечная, мини-маркет, кафе... О, кафе СССР.